Предстоящие гастроли Ледовой симфонии в Сочи – это уникальное событие как для самих артистов и олимпийской столицы, так и для культурной жизни страны в целом. После зимних игр олимпийское наследие в виде спортивных объектов получает новый виток развития. На совещании, которое прошло сегодня в администрации Сочи, руководство города вместе с продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом обсуждали рабочие вопросы перед началом гастролей. Они стартуют уже 4 июля. Уже такое предпремьерное волнение у всех участников, все приехали. Мы готовимся, репетируем и надеемся, что все, кто придут к нам, начиная с 4 числа, получат именно эмоциональный, именно яркий заряд такой добра, любви. Кроме того, ледовые шоу в Айсберге включены в программу экскурсии по Олимпийскому парку. Экскурсионная программа включает в себя поездку по Олимпийскому парку, рассказывает, как, когда и в каком виде проходили Олимпийские игры. И, конечно, она в себя включает уже, соответственно, шоу. Шоу начинается с 18:30 до 21 часа. У нас вся транспортная система сегодня подстроена под то, чтобы было возможно и удобно добраться до шоу и, соответственно, вернуться домой. Доехать до Айсберга можно по 124-му и 57-му маршруту. Также можно воспользоваться проездом на электричке Сочи-Олимпийский парк. Билеты уже есть в продаже. Их можно купить на интернет-портале Кассир.ру или в кассах билетного агентства. Они расположены в зданиях «Авиа» и «ЖДКАС» в Адлерском курортном городке, совхозе «Россия», станции «Олимпийский парк», торговом центре «Атриум» на Новогинской. Выступления будут проходить каждый день, кроме понедельника.